что-то есть. Сколько серий мы мучились с этой посылкой, Катеринза! Там реально что-то есть. Так, но перед этим, как рассматривать, что там внутри, я сначала поставлю вот сюда камеру, и я запишу все, что здесь находится в посылке, на камеру. Это будет такая небольшая распаковка, и потом, кстати, я выложу этот ролик на YouTube. Да-да-да-да-да-да-да! И мне кажется, он соберет очень много просмотров, потому что ролик, который будет называться там «Открываю посылку своей девушки», он 100% должен что-то набрать. Так, да давайте, давайте по очереди. Маринованные помидоры. Катюха, какие маринованные помидоры? Ты в бабушку превратилась, а? Ты мне реально загнала маринованные помидоры? А где огурчики? Грибочки в следующий раз загони, пожалуйста. Я маринованные грибочки очень сильно люблю. Дальше, что у нас есть? Компромат. Какой еще компромат? Что это такое? Дальше. Антон! Антон умер! А ты мне даже не сказал! Он завял! Катюха, я тебе говорил поливать Антона каждый день. Что ты наделала? Это второй цвет, это был Антон версия 2.0. Или она меня троллит, я не знаю. Катюх, скажи, пожалуйста, что ты меня троллишь, а? Я отказываюсь верить в то, что Антон умер. Катя говорила то, что она поливала его один раз в месяц. Поэтому он, наверное, и умер. Секретное письмо. Вяленые перцы. Так, какие вяленые... Какие вяленые перцы? Катюха, подожди. Ты мне реально какую-то посылку загнала, как будто от бабульки. Маринованные помидорки, вяленые перчики. Какой-то компромат. Мертвый Антон, сын наша убила. Секретное письмо. Прочитай это письмо после того, как посмотришь то, что находится на диске с компроматом. И не спрашивай откуда. У меня свои связи есть. Компромат? Первый вопрос. На кого компромат? А второй вопрос. Откуда у Кати какой-то компромат? Так. Где мой ноутбук, который я спрятал где-то в этой комнате? Я его спрятал, чтобы моя мама его не увидела, потому что если увидит, она меня, черт твоей бабушки, просто из дома выкинет. Да. Я его вижу, да. Это точно он. Да он, это он. Да, у него коробка. Да, он нашел ключ. Он сейчас его будет открывать и узнать всю правду. Цель на мушке. Могу стрелять. Разрешите стрелять. Отбой, отбой, твою мать! Он начал движение по комнате. Сейчас он остановится, я ему черепушку-то раскромсаю. Капитан, это точно он! Это точно он! Цель на мушке, капитан! Прикажите стрелять! Стреляю! Тогда раз, два, три! Не попал! Капитан, не попал! Цель меня заметила! Цель меня заметила! Отбор, капитан! Операция отменяется! Капитан, я сваливаю отсюда! Двигаю копытами, капитан, цель меня заметила, отбой, я не знал то, что у него там окна, снайперка какая-то бракованная, не пробила окна, отбой, капитан. Это там еще что за дичь, это кто стреляет? Ёбханый баб, валим отсюда, черт, оставляем эту пос... Мам, пап, никого вроде дома нет, вот и хорошо, валим отсюда, че это, кто... Иди ты... Я сваливаю с этого дома, я сваливаю с этого города. Что вообще происходит? Кто на меня открыл охоту? Я сейчас видел какого-то снайпера в окне, который был в лесу, который пытался меня убить, но у меня стекло мое спасло. Вот это уже не смешно. И что самое главное, на меня пытались совершить покушение именно после того, как Катя мне скинула какой-то компромат. Совпадение? Вообще ядрить колотить не думаю. У меня в руках компромат. В меня целился снайпер. Конечно, то, что его мамка рукожопым родила, это мне на самом деле на руку пошло, потому что он не попал в меня с первого же выстрела. Единственное место, где я могу укрыться в своем ресторане. Сначала к Костянчику. Сейчас я перезаряжу на всякий случай. За мной случайно слежки никакой нет? Твою б... Не-не-не, уже есть!
со мной выслали людей, чтобы они со мной покончили. Что это за компромат-то такой, Катя, Костя! Ёханый ты бабай, ну чё ж ты так всё вовремя? Костя! Да проснись, я у тебя на лице прыгаю. Сейчас, может, тебе в лицо чем-то водяра... Костя, ты не человек, ты просто центр задницы этого мира. Костя, проснись, у меня помощь нужна. Иди ты просто в задницу. Поваренок. Привет, мелкий. Короче, труба шатал, моя жизнь, на меня напали, и тебе жопа, и мне жопа. Поваренок, ты дебил? На нас напали, меня убить хотят, и тебе... Остановись. Почему ты в трусах? А ну пошли за мной. Я только сейчас заметил то, что Костя в трусах, и ты в трусах. Слушай, поваренок, а ты случайно не сын Кости? А то, мне кажется, вы с ним очень даже похожи. Да и ты его привычки как-то унаследовал. Ты видишь, что ты в труселяпах, что... Или это мода такая пошла, я не знаю. Ладно, без разницы, в следующий раз. Иди сюда, поваренок. Быстро, давай, быстро, закрывай ворота! Иди сюда! Ёхули, короче, придут люди. Поваренок, ты где? У меня есть компромат. Мне Катюха скинула какой-то компромат. Мне нужно посмотреть, вставить куда-то этот диск. Я вставил его в задницу бы Кости, но он не просыпается. Мне нужно вставить этот диск и посмотреть, но у меня компа нет. За мной выслали людей, чтобы меня прикончить. Поваренок, тащи калаш, который я спрятал на кухне. Потому что в моем уже патронов нет, и у меня в принципе уже патронов нет. У меня в пистолете только 7 патронов осталось. Мелкий, давай быстро калаш тащи! Или что там? Это кофе. Принеси калаш. Не кофе, а с кем я дружу? Почему меня в этой жизни окружают только дебилы? Мелкий, принеси калаш или... Бутер. Прочитай мои мысли, пожалуйста. Я тебе сейчас шишку на лбу оставлю, шкет мелкий, принеси мне калаш! Всегда все приходится делать самому. В жопу этот бутер, в жопу этот кофе. Поваренный, давай быстро за мной! Всегда все приходится делать самому, быстро за мной! План Б. Я, ребят, вам тоже никогда не рассказывал про мой секретный тайник. Меня уже 1000 раз спрашивали, там, Эдисон, почему ты забыл про то, что в ресторане у тебя есть второй этаж? Да нет у меня в ресторане второго этажа, там чердак. Но чердак непростой. Павленок, ты тоже про это не знал, да? Сначала запрыгиваем на унитаз, потом на раковину, а здесь у меня есть секретный проход. Опа. Ты знал? Ты знал? Не знал, вот именно. Сейчас нужно сюда на лестницу запрыгнуть. Давай, поваренок, за мной, быстро, быстро! Быстро, пока бандюганы не пришли, спецназовцы, быстро! Закрывай люк! Ладно, я закрою. В этом сундуке просто весь арсенал Пентагона находится. Не спрашивай, что это. Контрабандисты хотят мне толкнуть этот сундук за 3 стака золотых монет. Да! Да, 3 стака золотых монет. Вы не ослышались. 3 стака это очень много. Вы на секунду посмотрите, что здесь такое. У меня просто глаза разбегаются. И дымовухи, и гранаты, и прибор ночного видения, и скрытые камеры, и противогаз, и новая снайперка, 50 патронов, 6 гранат, новый пистолет, глушитель. Они мне дали протестить это на время. Знаете, как у машины есть тест-драйв перед тем, как покупать ее, так и здесь у меня есть тест, разбей кому-то лицо пулей, а только потом купи. Я не хотел это покупать, потому что это слишком дорого, поваренок, но у меня другого выхода нет. У меня просто нет сейчас патронов. У меня 7 патронов на пистолет, а сейчас за мной придут. Они знают, где я живу, они знают, что я вообще хочу делать. Это мэр. Поваренок, это 100% мэр. Катя прислала мне какой-то компромат. Мне нужно будет его посмотреть, но сначала давайте разберемся. Все, поваренок, иди прячься. Иди в сральник. В сральнике прячься. Давай, тикай с городу. Тикай с городу, поваренок. Передай Косте то, что я его любил. Как сводного брата, поваренок.
И тебя я любил, поваренок. Ты как сын мне мой от другой жены, который из другой мамы вылез. Ну, короче, сын, знаешь, как... Дебил ты! У меня аж на самом деле руки всегда чесались проверить, что это за снайперка, и посмотреть, на что она способна. Ставим прицел, надеваем сошки, перезаряжаем. Ну давайте, спецназовцы проклятые! Сейчас посмотрим, кто кого порешает! С этой стороны никого нет, а с другой... Они 100% за мной придут. 100%. Это кто-то лежит там? Ёхали! Ещё мину! Где? Ещё кто? Ещё один лежит! Где? Это были снайперы! Это были снайперы! Есть ещё сна... Он зашёл! Мелкий, с тобой все там хорошо, мелкий! Я там громко стрелял, ты случайно не обосрался в писсуар? Не? Все нормально? Ты вы тут посмотрите, он уже явно контуженный. Сиди здесь. Еще есть кто-то или нет? Пошли отсюда, чтобы я вас снести! Ладно, я не сын, успокойся, все будет нормально. Я уже убил где-то 4 или 5. Здесь есть кто-то? Нужно выследить каждого завалить. Я не должен им позволить забрать у меня все, что только есть. Они ресторан заберут, и мелкого убьют, и всех кого-то... Я вижу. Ходит, только посмотрите, ходит здесь один. Он-то меня не видит. А я ему сейчас пулю-то между глаз засандалю. Раз. Он меня забил! Да патронов-то! Нет патронов! Тихо, миленький мой, сейчас мы с тобой разби... Ты можешь на месте стоять? Тихо, что ж-то я не попадаю? Ничего, сейчас мы разберемся. Стой на месте, миленький мой, стой! Да ёх! Выбежи оттуда, выбеги! Он спрятался там за деревом. Давай. Я ж знаю то, что ты там. Ты никуда не скроешься. Выбегай. Высунь ты голову. Ай, какой молодец. Минус агент. Я на тебя все свои патроны потратил, агент недоделанный. Одна пуля еще осталась. Что я могу выложить сюда в сундук? Так, айфон, записки всякие, стрелы. Главное, компромат с собой везде таскать, его нигде нельзя оставлять одним. Так, у меня есть скрытые камеры, которые я прямо сейчас установлю в своем ресторане. Потому что если сейчас кто-то зайдет в мой ресторан, то я смогу наблюдать за ним через скрытые камеры. И также новый пистолет. Ключ, да, можно сюда выложить, старый пистолет я выложу. Возьму новый пистолет и патроны на него. Это Глок. В старом пистолете у меня было 5 урона с одного выстрела, а в этом пистолете 6 урона. Возможно, все же эта шкатулка маленькая стоит своих денег. 300 золотых монет. Ладно. Скрытые камеры, как они работают? Мелкий! Ты в сральнике утонул! Ладно. Сначала обезопасим. Так, одну камеру я установлю вот здесь. Вторую камеру я установлю где-то вот здесь. Здесь. Я спрячусь в туалете. Если сейчас кто-то зайдет в мой ресторан, то я его сразу же обнаружу. Так, вот здесь первая камера, а здесь вторая камера. Как все хитро продумано! Так, здесь никого нет. Смотри. Ай-яй-яй. Кто это у нас здесь двигает? Кто это у нас? Ай, какой молодец. Ну, он-то не подозревает то, что я сейчас на него выбегу. На счет 3. Раз, трис! Здорово, пельмень квашеный! Двери за собой нужно закрывать. Мамка-то тебя не в лифте родила. А сейчас немножко по-другому сделаем.
У меня же там еще есть гранаты. Так, здесь никого. Здесь. Если сейчас кто-то зайдет в мой ресторан. Там кто-то. Ай-яй-яй! Кто там? Новые клиенты, новые посетители! Сегодня у нас фирменное блюдо. Граната на блюдечке. Ёханый бабай. Ну да, минус один стул, конечно. Зато как эффектно. Так, я надеюсь, здесь больше никого нет. Сейчас залатаем сразу пол. Все ушли. Никого здесь нет. Извините, агент, вы здесь потерялись? Ну тогда я вам сейчас укажу дорогу домой. Не благодарите. Ага. Мелкий, ты где? Поваренок! Ты где? Валить нужно отсюда как можно скорее. Иди сюда, ты где прятался? За деревом прятался? Короче, поваренок, я, походу, уже всех перестрелял, кого сюда отправили, но нам нужно покинуть этот город на ближайшие несколько дней. Короче, иди пакуй свои труселямбы, возьми пару носков, вот кофеечек, бутерброд также возьми, и мы побежим сначала к Михалычу. У него в магазине есть компьютеры, мы на его компьютерах посмотрим, что здесь за компромат на этом диске, а после этого уже будем думать, что делать с мэром. Мелкий, ты чё жопу чешешь? Иди быстро труселямбы пакуй! Давай быстро! Как говорится, мы в дерьме!